На нахуй! На, блядь! Смотри, смотри, смотри! На нахуй! Парень, бери вон того. Да, твари сейчас нас швырятся огнем. Чё, мочи его нахуй. А, нахуй, блядь. Пиздец ты, Тор, блядь. А знаешь, твой отец заплатил кровью дань за то, что случилось с моими сыновьями. А вот ты нет, пока. О чем ты? Потом скажу, не стоит заставлять ждать вся отца. Кстати, об этом. Маску. Ах, да. Блядь, ты пиздец дерешься, Тор, нахуй. Ну нам сюда, кажется, или чё? Я хочу сюда сходить. Я гляну, что здесь. Нет, нам не сюда. Я знаю, что нам не сюда, нахуй. Ого, что это, наковальня? Кому ты там, блядь, лицом показываешь? Вот сюда нам надо. Вот, ломай, Тор. Ломай, Тор, вот эту. Нам нужно миновать эти камни. Hey, can you... Ты не мог бы? Давай, толстячок. Ты сможешь. Yeah, that. Спасибо. Только и представь, what что он делает с костями. Кровавый долг, да? А как же те великаны, которых убил ты? Они были моей родной. Амур, Грингур, они ведь тоже твой народ. Великаны были плесенью на девяти мирах. Я упивался каждой смертью этого отребья. Давай сменим тему. Знаешь, когда мы были тут с отцом, мы смогли пройти все испытания Сурта. А ты? Ты меня не дурачишь. Это так не работает, да? Я хочу... Ладно, похуй. Ой, дальше давай. Ой, блядь. Вообще, ты, по-моему, летать можешь. Ну-ка, если Мельнера не будет, то вообще, по-моему, никчемный нахуй. Пидорас. Жирный пидорас. Чё ты так смотришь, как будто нахуй это съесть захотел? Ох, бля! Слушай, Моди был не подарок, но он был моим сыном. И еще не раздавил тебя в кашу только из-за этой сломанной деревяшки. Слушай, ясно же, что в одиночку никому из нас не справится. Я тоже хочу уважить вся, пусть я тебе не нравлюсь, но мы должны друг другу доверить. Вся, хоть немного. Доверять? Сука же ты, порно. Давай, мочи, я буду смотреть.
Я отстань от него нахуй. А тебе, блядь. Нахуй. В общем, неплохо, но, на мой взгляд, недостаточно жестоко. Нет, я тебе не доверяю. Хор, мочи его нахуй. А, блядь. Да ты немного урона, оказывается, наносишь. Локи, это не что-то там. Давай. Ну-ка, куда, говорите, иди, маска? Я тебе не скажу, нахуй. Понял? Нет, вряд ли сюда. Да я хочу посмотреть, что тут. Эй, парень, куда указывать маску? Вот сюда. Маска тянет туда, надо придумать, как спуститься. Конечно. Я не дурачил, кстати, испытания очень веселые. Ты вообще умеешь веселиться? Твоя дочь на тебя совсем не похожа. Она была, эй, посмотри на это. А чё? Чё? Тор, ты что? Ой, блядь. Стоп, святилище Сурта, эй, ты там как, не помер? Он этот... Пошел нахуй, я с тобой не пойду, блядь. Я не хочу я с тобой никуда идти. Ты, сука, жестокий пидорас. Но я думал, что ж, очень плохо. Испытание как раз за этим утесом. Ты бы мог пройти вместе? Сперва разберемся здесь. Да ладно, Тор, пойдем посмотрим, чего тебе терять? Время. Ага, вот так, только попробуйте. Да, конечно же, нет, не устал он, ходит. Вот тебе надо с этим биться, вон. Повар. Испугался? Разумеется, нет. Сука. Иди нахуй отсюда, блядь. Легко. Чё легко, ты его мне отдал, тот пидорас ты нахуй. Иди нахуй. Я с тобой биться. Я буду смотреть, как Тор с тобой дерется. Ну. Ладно, чуть-чуть. Ну давай, я посмотрю, как ты их пьешь. Да нахуй это, чё? Ебать. Козёл нахуй. Козёл. Бей их, Тор, нахуй. Да, блядь, сука. Да чё ты в меня швыряешь-то, нахуй? Ты что-то только, кажется, сам слабый, нахуй. Все те за тысячи зим подождет еще немного, если весело. Ладно, жди прямо тут. Хорошо. Куда он ушел? Это займет его ненадолго, надеюсь. Мне нужно достойное испытание.
Теперь к святилищу. Эй, Ингрид. Ингрид. Ты веришь, Сесса? Я так, конечно, не верю. Мне просто нужно, чтобы они поверили мне. Но так будет только, если они решат, что я им верю. Да. Вот оно. Короче, мы Тора отвлекли, нахуй. А, сука. Сука, сука, сука. Так долго будет, нахуй. Позже сейчас разозлиться же, мы же ушли. А, нет, он вон орёт. О, Ангербода? Знаешь, по-моему, для настоящего воина ты просто невероятно пуглив. Я не... Что ты здесь делаешь? А девушка, нельзя просто заглянуть в святилище? Ты пришла за камнем Суртра. Возможно. Ты решила искать камень великана? Знаешь, на что это похоже? На историю жизни одного из моих родичей. А еще, пожалуй, на кладовую. Нет, это скорее похоже на вызов судьбе. А, кстати, ты-то что здесь зачем? Со своей историей? Это тебе Один дал? Да нет. Ну, да, но это не... У меня нет с ним дел. Я не расскажу ему про Ярмит, если ты об этом беспокоишься. Я его уже точно не служу ему. Слово пророчества не мои. Мне нужно найти камень. Хочешь, можешь помочь? Хорошо. А ты точно готова вот так нарушать правила? Нет пророчества о том, что ты будешь собирать камни. Наши истории еще не дописаны, так? Пошли. Герой. Hero. Hero, блядь, или как? О, привет. Разумный меч? Еще один камень. Это Суртра. Ни души в нем нет, значит, он еще где-то там. Помнишь, мы говорили об оставшихся великанах? Ты иногда думаешь о них? Все время. Они где-то далеко, далеко от Одина и Тора. Но мне любопытно, в каких землях они ушли, какие моря переплыли. Я хочу найти их. Я спасу отца, затем найду их. Кто это? Ну уж точно не Суртр. Смотри, сколько снега. Синмара. Никогда про нее не слышала. А вот и Суртр. Ага, была та еще битва. Да, а потом закончилась. Они остановились. А, нет, смотри. Просто они сражались вместе. Похоже, даже стали друзьями. Очень близкими. Они что? Да, я так думаю. Ну... Рада за них. Кажется, любовь соединила их и превратила в какое-то огромное создание. Рагнарёк. А потом... Рагнарёк уничтожит Асгард. Ну да, я видел святилище Гора. Гроа. Да, это было познавательно. Кстати, помнишь змею, которую мы скормили душу? Это я забыть не смогу. Я ее видел, она растет. И куда быстрее, чем обычные змеи. Да, чего-то такого я и ожидал. Я задержусь тут. Не хочу, чтобы твоим друг видел, что великаны еще остались. Конечно, только будь осторожнее, пожалуйста.
Ты тоже, Локи. Короче, мне сказала пиздуй отсюда, да? Hey, Ingrid. Эй, Ингрид. Кажется, Тора убила. Вы думали, что можете победить Бога Грома? Оу. Oh. Хер он умрет, блядь. Жирный ублюдок, нахуй. Заходим сюда с отцом, когда вы в прошлый раз были в Мусульмане, будь то другой жизни. А, тут сундук, а вот он. О, Тор-то там конкретно веселится она. Ну, конечно, знаю, это было весело. Я оставил позади себя горы трупов. Они падали как покошенные. Лава стала багровой, а ты ходишь. Тут ты. Здорово, не хочешь помочь? Ходи ты сам эти испытания, тебе бы моя помощь не понадобилась, или кто-то долго смотрел за отцом. Эй, чего так долго? Ебать, чё происходит нахуй? Погнали, блядь! Эй, ну и трюк. Ты представь себе, не можешь, сколько я перевел, это было грандиозно. Ты тут прав, по крайней мере, она бы справилась получше. Да чё тут происходит-то, я нихуя не вижу, бля. На, сука. Во, блядь. Вот и все. Ты мог сделать это в любой момент. Мне казалось, что неплохо держался. Я тебе доверял. Ну куда теперь? Сюда? Сейчас гляну. Вот сюда логично же. Нужно пройти через врата. Тор? Ну как, впечатляет, просто божественно. Ты же и есть Бог. Вот именно. И я тоже. Ты же греческий Бог, у вас чуть-чуть по-другому. Так. Это здесь, вот это место. Ну и где же она? В лаве? Не знаю. А, вон вторая часть. Ага, нет. Зараза. Дам тебе добрый совет, не суй руку в лаву, будет больно. Я не подумал, хорошо, мне так больше нравится. Ладно, уходим отсюда, и Локи, больше не вздумай меня дурачить. Ты нормальный парень, но все-таки великан. Твоей смерти я тоже буду пиваться, что ли? Что ты сделал, Локи? Разлом стал ярче, смотри, ты справился. Да, теперь одну фразу можно прочитать прямо целиком. А перевести пока нет. Есть у меня теория, если найти все остальное, она поможет посмотреть туда. Не потерять глаз или что похоже. Согласись, мы отличная команда. Правда, мы отличная команда. Прямо как ты и Бальдер. Вы хорошо себя вели?
Тор молодец. Многом научился. Научился у него, неужели? Так, так, какой же ты был урок? Никакой. Чему я мог его научить? Именно. А, вот значит, куда они делись. Впрочем, я уже догадывался. Передумал? Я сам не знаю, зачем пришел в Асгард, но понял, что не хочу быть шпионом. Будь уверен, ты можешь мне доверить. Но чтобы я справился, я должен доверить тебе. А доверие надо сослужить. Возьми, доделаешь дело, если решил остаться. Объясни, что именно ты там ищешь. Приведешь надпись, я все расскажу. На этот счет, юноша, не сомневайся. Вернуться в комнату Атрея. Здесь же местечки есть у Одина. Рунный запас. Мерцающий лунный камень, излучающий энергию рун. Какая у тебя обширная библиотека, Один. Короче, он маску нам отдал, получается, да? Цветная война. Это чё? Пополните руническую стрелу. Коварное орлиное зрение. Тысяча куб. Количество, а не качество, типа, да. Рунический запас. Оружие. Рунический призыв. Этот козел, блядь, вообще не конкретный какой-то, нахуй. Полетели, Хукин. Сука. Хуй поймешь, что за это, блядь, ресурсы у него на. Ну как, отец вел себя хорошо? Да, в смысле, пожалуй, лучше, чем я ожидал. Это меч в кабинете дедушки? Ага, это Ингрид. Привет, Ингрид. О, все, отец, похоже, правда тебе доверяет. Я рада, что тебе удалось пережить первый день. Да, я тоже рад. Завтра поговорим о Альгериях. Конечно. О. Да у тебя еще булава есть. А кинжалы, нахуй, секира. Щиты, а вот валькирия, это носа как-то вот эту, в которой была в первой части. Которую я, блядь, не убил, нахуй, не захотел. Я не злюсь. Я обеспокоена.
Ты же знаешь, не этого я для нее делал. Ты не хотела, чтобы у нее был меч? Дело не в самом мече, а в том, зачем он ей нужен. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Да, понимаю. Я тоже не желаю для нее такого. Но не волнуйся. Она умная девочка. Умнее своего отца. Что правда, то правда. Дальше уже пошло дело за пределами разума от Рэя. Чудно разосединюк. Именно. Хороший станок, чтобы улучшить. Да блять, ладно, я не буду ничего лучше. Спать надо нахуй. Ты там ковыряешь. И, конечно, я так и знал, что мы кратцем будем сейчас играть. На поиски отправимся. Волнуется. Атрей же сбежал. Получается. Теперь он в думках. Куда же он ушел? Good morning, brother. Доброе утро, брат. Боюсь, новостей нет. Есть идея. Вот она что. Мы с помощью Фрея родим еще одного Атрея. Норна, ты же их нашла? Можешь найти снова? Возможно, но... Я не понимаю, зачем они богини Сузи в этих землях, так? Пусть расскажут, что знают. Не уверен, что они согласятся. Главное их найти. Так где искать? В Мидгарде. Но если Атрей в Асгарде, без большой армии его не вернуть. Нужно ее собрать. Да, только большой войны нам сейчас и не хватит. Перенюк не глуп, может, если дать ему немного времени. Ты и сам не без греха. Ты поощрял его заблуждение и его глупость. Я не хочу войны. Но если Один отнял у меня сына, я готов пойти на все, что угодно. С тобой давно все ясно, Кратос. Но ты, Фрея, сразу начинать с войны? Это на тебя не похоже. Надеюсь, Норны поведают тебе все, что нужно. А мои советы вам больше ни к чему. Чур, стой. Сейчас не подходящее время для ссор. Прошу тебя, сядь. Почему молчишь? Удивляюсь, что ты решила обратиться к будущему. Но пока твое чутье тебя не подводило. Отыщем Норн. Мимир стал хорошим приятелем. Кто я такой, чтобы ему верить? Я лишь хотел помочь мальчику найти ответы, я не преуспел.
Что я должен делать теперь? Тир, у тебя в этом главная роль, как и всегда. Потому Один и бросил тебя в темницу, он тебя боится. Очень в этом... Но это так. Никому не удалось больше объединить миры так, как тебе. Но я уже не тот, кем был тогда. Сейчас ты считаешь это так. Мне тоже случалось терять себя. И не раз. Но поверь, есть вещи поглавнее этого. И что это? Цель. Цель направить тебя, чтобы ты нашел себя вновь. Предлагаешь мне смириться с судьбой? Возглавить армию, развязать войну ради твоей мести? Если не хочешь помогать нам восстанавливать справедливость, найди себе другую цель. А для твоего же блага. Простой. Я кое-что для тебя припас. Синдри! Иду. Прежде чем ты убежишь на подвиги, вот, возьми, думаю, ты по этим соскучился. О, блядь, а нахуя я щит улучшил-то, ёб твою. Да ладно, давай уж без такой бурной радости. Вовсе не за что. Я взял все, что нужно, чтобы найти Норн. Идем. Лахпэ и справедливая, сама ходила с ним бы. Дорогой ничего, где она? Думаю, это событие нам сейчас откнуть. Блядь, а нахуя я щит улучшил-то, ёб твою мать, блядь. И для сбалансированной... Особая контратака, ну, чё за это? Щит, подаренный Кратосу любимой женой. Он, блядь, слабый, потому что... Ладно. Я его потом смогу улучшить. Белка где? Вот она, нахуй. Скоро. Белка. А, господин Кратос, прошу прощения. Исчезновение дорогой Нитхёк занимает все мои мысли. Она твоя подруга? Не столько подруга, сколько давняя соседка по древу. Обитал здесь еще до моего прибытия, а с тех пор прошли века. Как представлю, что она не может добраться до своих малышей. Ужасно, просто ужасно. Че это? А, нам туда не надо. Корнила. Анахим, Альфхим. Ладно, я если что потом... Боб задание потом посмотрю. Мы уверены, что Атрея в Мидгарде. Я только что оттуда ни следа. Если Один позвал его, то скорее всего помог ей добраться. Нет, это не единственное объяснение. Скажи, где искать этих Норн. Я нашла у Одинок в озере несколько их нитей. Одну перехватила для колдовских дел. Она может найти их, только они очень хотят, чтобы их не нашли. Но наконец-то нам придется чуть попотеть. Возьмем твои сани и отправимся к озеру. А, сука. Мидгард, я скучал по ледяному ветру и вечным атакам налетчиков. Они верят, будто Кратос виноват в приходе в Умбинтера, и если его убить, все закончится. И откуда только они взяли это? Конечно, от меня. Конечно. Вот здесь мы прекрасно спали. Почему все так кончилось? Нужно идти к волкам, брат. Где вы, малышки? А, вот вы, собакены.
Сюда. Quiet. Тихо. She is a friend. Теперь она друг. Better they get this from you. Лучше дай им это. Once the wolves have the scent, когда волки возьмут след, Норн нам останется только довериться их чутью. I will open the gate. Открою ворота. Какие большие собакины на. Ладно, ладно, но не скули на. Хватит скулить. Их шерсть грязи, когда ты их учесывал? Они же волки. От грязи шерсти бывает болезнь. Заботься о них, а я не позабочусь о тебе. Брат, что именно ты собираешься спросить у Норна? Как отыскать сына? Больше ничего. А может, есть смысл попытаться разобраться в этом пророчестве? Узнать их мнение насчет твоей предполагаемой кончины? Ты не говорил, что тебе напрочили смерть? Когда мы с Атреем попали в Йотунгейм, то нашли там скрытую фреску. Великаны и сам Фрей давно предвидели весь наш путь. С кем бы встретимся, с кем сразимся? Они предвидели все, что будет. Но ты не умер. Это рисунок относился к будущему. Вот как. Я думал, что ты не боишься смерти. А далеко ведь не в этом. Нет. Смерть заберет меня, когда заслужить этого. Тогда велят на тебе заботить не будущее. Фэй отправила в тебя в путь и сделала так, чтобы в конце пути ты увидел пророчество. И ты все еще не знаешь, зачем. Я не хочу больше обсуждать это. Куда вам ехать, блядь? Мидгард. Озеро Девяти. Мы добрались до озера. Как нам отыскать норы? Следи, что делают волки. Видишь? Волки поворачивают морду в сторону источника запаха. Чем они ближе, тем больше они волнуют. Озеро Девяти переживает не лучшие времена. Налетчики тут ссорились как дома. Я не бывал в этих краях нашей нелегендарной битвы с Сигурдом. Она тоже считает эту битву достойной. Ты об этом знаешь? Она рассказала, когда нашла меня. Она поверила в то, что ты можешь быть союзником задолго до меня. Королева Валькирий? Союзников? Я королева Валькирий. Как Сигурн раз за разом упорно не напоминала. И как я сразу не понял, что это Сигурн тебе помогла? Она верная и мудрая, и ты такая... И такая высокая. Ага. Не надо быть богиней любви, чтобы понять, в чем твои бедняки. И что-то там. А нить судьбы, что ты нашла. Это не нить жизни, если ты об этом. Выходит за пределы источника, норны отмечают им свои пути. Норны живут в источнике? Нет. Источник Урт их дом. Трудно объяснить. Он не где-то конкретно открывается в разных местах. Это место полностью им подвластно. Там эфемерно становится. Что-то там это так. А, бля, тихо. Надеюсь, норны укрылись где-то внутри, в тепле. Должны сказать, я совершенно не скучал по Мидгарду, накрытому Фимбинтерном. Скоро узнаем. Регион открыт. Могила короля. Ой, бля. Ой, бля. Осторожно, нахуй. Роб, что-то там. Держи бебру, нахуй! Да ёб твою мать, что происходит-то, нахуй? Фимбультерк, нахуй! Враг сзади!
Держи нахуй, подтыр, блядь. Сука, блядь. Сзади Кратос. Рейтос. А, прикольные они говорят. Держи, блядь. Сука. Путь впереди запечатан магией. Что-то здесь питает рукоять меча, брат. Я знаю эту рукоять. Осторожен. Кому как не тебе знать, что в оружии могут жить призраки. Свечи рукоять с кофмой, если она не поможет найти Норн, рукоять меча с кофмой принадлежит королю Хольфу Краки. Продолжит в поиске. Да я хочу прочитать, что за эта рукоять такая. Реликвия. Талисман Магна. Ой, блядь. Рея. Да у меня тут все улучшено просто, и опыт. Лучше тратить на вот такие навыки. А чё это такое, блядь? Где посмотреть рукоятки? Ладно, сука. Я чувствую следы их чар. Попробую их развеять. Так. А, блядь, сколько всего здесь. Тут ничего нет. Ложный след. Боюсь, что так. Посмотрим, что если смогут найти волки. Типичная выходка Норн. Не говорю, что будет нелегко. Но как с этим связана рукоять меча? Как знать? Совпадение. Думаю, они бы сказали, что нам было суждено ее найти. Рукоять меча, блядь. Мы, наверное, будем потом с боссом сражаться. Волки чуют запах. Попасть к Норнам — это как попасть в свой разум. Что там мне не нравится эта идея? Опа, а? Мимир, а ты встречался с Норнами? В Академии, тут, кажется, придется драться. Вот да, я знаю. Снова драку. Давай нахуй. Я знаю эту суку. Оп. Сука. Ой,
сука, сука. Мочи ее нахуй. Сука. Значит так. Сука, сука. Что-то, блин, неправильно рассчитываю сейчас. Сука, сука, давай нахуй. Пидораска, блядь. Ага, сука. А, сука, бля. Стреляй по нему, стреляй по нему, блядь. Сука, сука, все нахуй. Все, 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 все. Все нормально. Если гнома встретим, не забудь обязательно купить камень воскрешения. Пыль миров. ТП. Рубленное серебро. Искра хаоса. Кажется, угли. Не знаю, как это совершать искать норм, если дать волкам взять след. Встретиться ли с нами норм? Лично нет. Фрейя права, они умеют обезоружить и расстроить. Один внес свой вклад, так и не сказал, что там случилось. Если он сдался или решил забыть увиденное. Фрейя, не расскажешь, как все прошло в прошлый раз, когда ты пришла к Норну? Если честно, я не помню детали. Все как в полудреме. Лучше всего я помню, что изменить судьбу моего сына было невозможно. Это побудило меня пытаться еще усерднее. Брат, а ты ведь и сам имел дело с бегами судьбы. Легенда о призраке Спарты была сильно преувеличена. Преувеличены? Я не про проведенную ярость и льющуюся кровь. Я про ту часть, где ты вернулся в прошлое, чтобы выиграть проигранные бои. Вот это как-то трудно поверить. Слух, что Тору одним ударом отправил мирового змея из Рагнарёка в прошлое, это одно. Волки ведут сюда. Посмотрим. Так, я чувствую что-то вон там. Что именно? Еще одну иллюзию на этой стене. Норны что-то спрятали. Нет, ну Кратос же правда вернулся и убил Зевса. Мечом этим. О, сука, я слышу гномов. Пиздёж. Чистой воды пиздёж, нахуй. Ох, ещё один. Кто ты такой? Кто ты такой? А, сука, иди сюда, пидор. Иди сюда, я тебя ебану сейчас бревном, нахуй. Да, нахуй, пидорас ебаный. Да, блядь. Да, сука. Иди сюда, нахуй. Да, блядь, тебе. Ты чё, блядь, делать нехуй, что ли, ванна? Иди нахуй, блядь. Опа, поймали, поймали нахуй. Да,
меня. Ох, блядь, ох, блядь, ох, блядь. Поиск будет становиться все опаснее. Значит, продолжим искать. Вернемся к волкам? Подожди, а можно же наверх? Да, вот, наверх можно. Потому что там братья-гномы. Что там наверху? Я ничего не чувствую. С нормами это не связано. Может быть, любопытно само по себе? Что-то там такое. Чем могу помочь? Не знаю, чем можешь помочь. Помя хаос. Меч можно еще до какого улучшать? До 9 уровня, нахуй. Нихуя себе. Левиафан. До 9 уровня, бля. Anything for Freya? Это они не меняют, да? Something in mind? А это меняет? Да, меняет как раз. Whatever you need, I'll create. Ладно, блядь. Что-то мы еще не обсудили, дай-ка подумать. Мимир, ты не поверишь, это эмблема Фьотрлунда. Говоришь, это же родина Сигрун. Проклятие Сигрун. Давайте пройдем. Интересно. Узнать о прошлом Сигруна. Еще один кран. Подожди, а чё две это? Это чё? Проклятие Сигун, грибцы. Проклятие Сигун, заброшенная застава. Сук, я вижу нахуй. Another sleeping troll cut еще спящий тролль. Работа гномов. Лодук Стейн. Вот он спящий. Но это надо специально, кажется, это самое. Как его там? Ключ или? Ага, значит, нам не сюда. Значит, эта застава еще что осталась от Фьортунда. Сигрун рассказала, что выросла среди этих людей. Я вижу сучку Одина. Ладно, я сейчас достану. Сучка Одина, она. Сорока восьми только двое. Ох, блядь. Я замеш. Сука, иди нахуй, блядь. На, бля. Разрубил нахуй. Where? Ой, бля. Иди нахуй, я сам по себе. Я вообще сам по себе, нахуй.
стреляй! Фрея! Фрея, по вот этому! Во-во-во-во-во! Так. Зачем нам опять потом? Суки! Я не хочу тот сундук брать, блядь. Иди нахуй! Сука, бля! Behind you, watch out! You know, bro, Sigrun told me. Знаешь, брат, Сигрун рассказывала о невесомом богатстве трофея великого завоевателя из ее семьи. Может, здесь они хранят часть этих сокровищ? Это все, что она тебе рассказала? Не назвал место. Нет, сказали, что они спрятаны. Такой хуйней занялся, прекрасно. Может, он те руны как-то помогут? Что? Она не упоминала. Проклятое имя. Горе великий принцесс Сигурд, ее сердце разбито, а разум скоро угаснет. Она нашедшая игра, в котором не выступление. Лепучий камень. Чё, открылось? Удержите, чтобы отыграть одного врага серии. Посмотреть на за стихия. Защита. Хуйни, блядь. Сколько хуйни здесь. Чё там у Фрейи открылась одна, так это доступно. Нет, я хочу что-то вот такое вот. С Валькирией связано там. Чё я нашёл? Наковальня инвалид.
Ну вот это побольше. Is that a key? Это ключ? Часть ключа, кажется. Интересно, от какого замка этот ключ? Нет, как он сломан. Нет, просто разделим пополам. Может, мы найдем вторую половину? Ага, сломанные ключи. А я думаю, что это золотой сундук, блять, тут в конце нахуй. Вот тут и мы заканчиваем. Угу. Сука. Сука, да? Сука, блядь. Ты чё, блядь, долбоёбка, что ли, нахуй? Иди отсюда. А, сука. Давай, блядь, пидораза, убьём, она заебала. Суки, блять, почему вы нахуй? Все, блять, успокоились нахуй. Мимир, что там написано? Сигрун любила другого, царя по имени Хельги. Похоже, их любовь была сильна, но ее родители были против этого. Да, брось, Мимир, ты ведь не думал, что ты был ее первой любовью? Да, выходит, думал. Жалко Мимира, нахуй. Вы уже уходите? Блядь, я забыл это купить. Почему ничего улучшить нельзя там, я не знаю. Now, так было же что-то еще. Заброшенная застава. Окей. Я, наверное, схожу еще к Сигрид или как ее там. Чуть-чуть за волки снова. Кравь туда, куда они поворачивают голову, короче. Думаю, история о путешествиях во времени не всегда правдивы. Так и было. Нити судьбы опутывают все. Сестры судьбы заупотребили властью. Я против них, они погрозили вытерпеть меня. Потом я убил их и обернул их силу против Зевса. Не слышал ничего более безрассудного и опасного. Такой сильной не обладает ни Норна, ни кто-либо другой во всех девяти мирах. Да, представляешь? Если бы она была, ее бы призасунул за полцу водни, мы были бы в куда более глубокой заднице. Я не стал спросить их изменить прошлое. Я хочу только ответов. Я настолько знаю, само по себе весьма опасно. Вот нам сюда надо. Гребцы, памятник завоевателям. На корабле делали славные. Здесь же мы это самое были нахуй. С этим Атреем. Мимир, взгляни, здесь тоже метка Фьорнунда.
Да, видно, застава поджила к царству Сигрун. Первый оплот на новой земле. На карту добавлен. Чё за музафакер? Ебать, ты чё нахуй, блядь? На, блядь, тебе, сука ебаная. Ебать, вы чё, блядь? Иди сюда, нахуй. На тебе, блядь. На, суки. Ой, на теперь, нахуй. Сука, блядь, уёбки нахуй, блядь. Сколько костей. Это склеп. Вижу одно. Кажется, на той стороне есть лестница. С этой стороны, значит. Наверняка должен быть другой путь. Я не хочу другой путь, я хочу открыть сейчас, нахуй. Ладно, тогда мы сюда вернемся, получается. Мы сюда вернемся, значит, потом. Я слышу сук, нахуй. Кобылка, нахуй! Мочи ее! Давай! Сука ебаная! Ебать, это нахуй! Чё ты такая, ебаный рот-то, блядь? Сука, 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 сука. На, блядь, мнуло меня нахуй. Стой, блядь. Но, пидораска. Ой, блядь, поднимай нахуй. Не хочу я с ней, как в первой части, блядь, охуяриться. Ей надо по башке хуярить. Иди нахуй, блядь. Заебало. Сука, блядь. Чё? Заебало, пидораска. Сука, сука. Кобылка, блядь, заебал, успокойся, нахуй. Все, блядь. Вкусно видеть его, чтоб тебе за родина Сигрун. Мимир, если захочешь прогуляться по царству, кое-что тебе может на ней понравиться. Люблю, когда кто-то для меня не сам страшно не может узнать о любви. Yeah, да, не поспоришь. Мимир, да пиздец, нахуй, с королевой Валькири. Ну, ладно, с замом, блядь, Валькири. Дружил, нахуй. Там пропустил кое-что. А куда нам дальше? А, вот. There it is. Вот она, вторая лестница.
Там что, гнездо что ли? Может, руны поведут нам историю. Самоцветы Игдрасиля. Кусок разбитого амулета Игдрасиля позволяет носить амулет дополнительного гнезда для чар. Не может быть. Может. Мимир. Смерть Хельги. Прах. Кость, где может жить любовь, там торжествует смерть. Так сказал принц Даггар. Мое копье окрасилось багрянцем взволивости кровью златозвенок короля Хельги. Зная его истинную темную натуру, мой мудрый отец оказал ему браки с моей сестрой, принцессой Сигрун. Разгневанный король Хельги собрал войско и вторгся в нашу землю, рассчитывая взять невесту силой. Его безжалостные воины погружали мечи в сердце каждого, кто был против этого несчастного союза. Мой отец, братья, все они были настигнуты, убиты за то, что не дали злодею осквернить честь моей светлой сестры. И тогда последний мужчина в своем роду пронзил проклятую Хельги своим копьем и исполнил свой долг и отомстил за родичей. А, сука. Смени на вторую половину ключа. Я знал, что сейчас остается ключ, не терпится узнать, от какого замка. Открыть дверь в сокровищницу. Сука, я же открою сейчас нахуй. Так, раз. Два. А чё, я докину, что ли? Отсюда его докину? Так, раз. Всё нахуй, здоровье я повысил. Нихуя не повысилось. Подожди. Король Хельги перебил всю ее семью, поскольку он не мог заполучить Сигрун. Лишь ее брат принц Даггар выжил ее безумного короля. Сигрун и ее брат из-за этого повздорили. На все это время, что мы с Сигрун провели вместе, она ни разу об этом не упомянула. Может, ей не нравилось, как ты на нее смотрел. Я открою сокровище сейчас. Я знаю, что вы говорите, что нам вправо надо, но мы туда не поедем. Кратос, раскрывай свою родину. Она жестока, безжалостна. Все, что в точь как у нас. Там было теплее. А, как странно, я никогда не видел этого здания. О да, очень даже странно. Давай пойдем ближе. Так. Так. Да сука, ты чё, блядь, атаку прерываешь на? Сука, блядь, 10 нахуй. Тоже ещё один сундук. Стой, это щит, заваливший вход, выглядит точно как щит статуи Тюра. Брат, в ходе твоей битвы с Тором, Малаки статуи разбросал по всему озеру. А щит, значит, в итоге застрял здесь. Это было спрятано под льдом, а щит его пробил. Ага. А, вот куда нам надо стрелять. Что я заморозил? По-моему, грубая сила здесь не поможет.
Так, одно огнище я вижу. Его подожгли. Правильно я делаю, я не знаю. Нет, пока нам вниз не надо. Ну там. Угу. Ой, блядь. Take the move. Стреляй по нему, блядь. Нет, нам здесь не надо. Угу, вот еще один огонь. Как бороться? Как это делать, блядь? Пока она потащит, дальше она не откроется. Потом, блядь, наверх. И чё, блядь, я то же самое место попал. Чтобы вон тут камень скинуть. Обрати внимание. Да, блядь, обратить. Осталось только открыть ворота. Все. А как я их заморожу-то? Может, стрелять печати замогут нам заморозить?
Well done. Прекрасно. It was not intentional. Я не нарушил. Oh, sure. Ну, конечно. Точила. Крающая печать. My arrows can't go through walls, I'm afraid. Это не обожает развить квадрца высокого. А как я открою-то? А, сука. Мы снова вместе. Емир, это не напоминает тебе брошенную сокровищницу? Да, это делает. Сигрин's family crest. Looks like a vault door to me. Now that we have both halves to that key, we should see if it matches that lock. Что тут будет? Рок, наверное. Нахуй. Готовимся, блять. А я на что-то будет. Мерцает на троне. Так, сучка. Ты чё нахуй? Всё, сука. Герой, нахуй. О, нет. Здесь покоится владыка Даггар. Мне не верится, что он еще здесь. Владыка Даггар, этот мертвец, брат Сигрун? Как он тут очутился? Фрея, почему не отвечаешь? Ты уверен, что хочешь это прочитать? No, brother. Нет, брат, давай ты. Ой, блядь. Сигрун прикрыла брата за то, что тот убил безумного короля. Правда? Она не знала, что король убил всю ее семью. А когда узнала, было уже поздно, проклятие было наложено. Вот почему она стала валькирией, чтобы искупить вину. Ты же знал о семье Сигрин, да, Фрея? Я не могу рассказать. Забавно, теперь я только сильнее ее люблю. Она выбрала меня, несмотря на мои ошибки и недостатки. То, что и у нее были, сближает нас. Отродно слышать. Блять! Где мои нахуй сокровища, блядь? Вы чё, ёбаный в рот? Не хочу я ради истории, блядь. Где там доспехи, нахуй? Даггара или сам этот босс, нахуй, интересный? Чё за хуйня, блядь? Ну и чё это 196, нахуй? Так это схема Двалина, да? Ты о чем? Ага, Один из самых талантливых кузнецов среди гномов, пока у него не проснулась совесть. Сука, и чё, всё что ли, блядь? Ёбаный в рот, нахуй.